Всем привет, меня зовут Ирина, я преподаватель онлайн-школы программирования Pixel. В этом видео я расскажу, как установить Scratch Junior. Подпишись на канал и поставь лайк этому видео. Для начала убедитесь, что на вашем компьютере есть как минимум 1 гигабайт свободного места. Перейдите по ссылке под видео и в зависимости от вашей операционной системы выберите файл для загрузки. Слева Mac, справа Windows. Дождитесь завершения загрузки. Далее нажимаем «Показать в папке» и кликаем 2 раза левой кнопкой мыши. Установка началась. Установка прошла успешно. Нажимайте на домик и создавайте свои проекты. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующий урок.